Какой любопытный у тебя костюм. Такая одежда привлекает внимание. Может, Кофер подберет тебе что-нибудь попроще. Ты найдешь его в другом конце города. Гость из прошлого пришел ко мне. Ну, правильно. Больше-то никому ничего не надо. Ну, а давай поговорим о твоем костюме. Ты можешь выгодно сбыть мне его, а я взамен подберу тебе что-нибудь, скажем так, менее заметное. У них у всех уникальные характеристики. Какой лучше выбрать, решать тебе. Прекрасно. У тебя хороший вкус, великолепный выбор. Помни, я продаю и покупаю любые товары. Все самое лучшее. Приятно иметь с тобой дело. Новенький в городе. У меня есть все, чтоб твоя тачка не скрипела. Слушай сюда. Я принимаю только гоночные сертификаты, которые можно выиграть в заездах. Так что если хочешь иметь со мной дело, поговори сначала с Джеки Виксом. Он всегда ищет новых гонщиков. Эй, друг! Ты похож на гонщика, если я хоть что-то смыслю. Хочешь рискнуть на трассе, выиграть пару сертификатов? Поверь, они тебе реально пригодятся. Приветствую. Меня звать Джеки Викс, и я заправляю всеми гонками в Источнике. Вообще всеми. Если хочешь испытать себя, иди поговори с Тощим, моим партнером. Он может записать тебя на заезд. Возвращайся. Я буду очень рад видеть тебя на трассе. Гонки — единственное развлечение, которое нам осталось.
Выиграешь пару заездов, люди тебя адски зауважают. Привет, дружище. Мое имя Карл, но все зовут меня Тощий. Смешно, да? Короче, гонки — это ко мне. Посмотри списки заездов и выбери то, что тебе по вкусу. Если проходишь по требованиям, мы тебя берем. Все призы указаны в сертификатах. Ну, ты знаешь, неплохо, например, прокачать тачку у Расти. Все этого хотят. Хочешь выиграть пару сертификатов? Не спать! Любители гонок ждут заезды на скорость пыльной 8. У меня есть все, что нужно твоей машине. Че ты ищешь? Рад был пообщаться. Хочешь выиграть пару сертификатов? Удачи! Скорости.
Солнце палит нещадно, но наших гонщиков не напугаешь. Они и сами поддадут жару в схватке за лидерство. Таких запчастей нигде не найдешь. Чё ты ищешь? Рад был пообщаться. Хочешь глянуть список заездов? Удачи! Очередном туре кольцевых гонок по пустошам.
Говорит ваш мэр. Мне стало известно, что некоторые... Таких запчастей нигде не найдешь. Ну чё, выбрал? Теперь будет летать. Люди постоянно пропадают, но вряд ли это мутанты. Что-то странное происходит. Будь начеку. А правительство говорит, что цены на воду стабильны. Новые технологии? Да, конечно. Тогда с чего растут цены? Правительство вечно врет. Слушай, странник, найдешь в пустошах бутылки с водой? Кофер хорошо заплатит. Не дадим правительству поднять цены на воду. Чертовы бандиты убили всю мою семью. Я остался один. Увидишь одного из этих ублюдков, убей, пока не убили тебя. Смотри-ка, наш бродяга из ниоткуда. Хочешь попытать счастье в картах? Эй, парень, ищешь работу? Вот что я тебе скажу. Без репутации ты ноль. Если хочешь, чтобы местные хорошо к тебе относились, заслужи их уважение. Не знаешь как? Очисти дороги от бандитов. Здешние обитатели сразу тебя зауважают. Да и мой бизнес пойдет в гору. Я заплачу за каждого бандита, убитого в пустошах. Выгодная сделка для нас обоих. По рукам. Отлично. Похоже, ты начинаешь понимать, что к чему. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Чёртова вода течет еле-еле. Старый Карлсон снова перекрыл воду. Похоже, этот идиот думает, что он тут самый главный. Отличная гонка. Привет. Жители источника. Говорит мэр Клайтон. Все еще держится молодцом. Если Здравствуй. Вы увидите его сегодня, не забудьте поздравить с днем рождения.
Привет. Всегда есть классные заезды. Поговори с тощим в будке. Узнай, что открыто. Хочешь выиграть пару сертификатов? Увидимся. Так-то лучше. Теперь ты похож на нормального частного труженика. Есть еще одна проблемка. В моем городе нельзя просто бросать машины на улице. Мы культурные люди, у нас есть правила. И раз уж ты собираешься тут пожить, найди, где парковать свою колымагу. Зайди по дороге к Мику в гараж. Он поможет. Понял? После Мика... Сходи к шерифу Блэку. Припасы для Дэна уже у него. Тебе понравится наш шериф. Граждане, внимание, говорит ваш мэр. Как вы знаете, в последнее время участились случаи карманных краж. Это недопустимо. Так, так, так. Здорово, приятель. И что тебе надо от Мика? Ах, гараж. Тогда ты пришел по адресу. Могу предложить лучшую сделку в пустошах. Ты отдаешь машины в починку только мне и знаешь что? Аренда будет бесплатна. Как тебе? Я вижу, ты достал одну из тех раций. Адски удобно, может пригодиться. Если где-то застрянешь и потребуется буксир, только дай знать по рации. Как тебе мой сервис? Эта дверь ведет в твой гараж. Но можешь проехать до главных ворот снаружи, и я тебя впущу. Проще простого. А, кстати, добро пожаловать. Здравствуй. О, так это о тебе говорил старик Клейтон. Вижу, у тебя есть багги и кое-какое оружие. Что ж, забирай припасы. Слушай, когда вернешься в город, зайди ко мне. Мне всегда нужны молодцы вроде тебя. Двигай. Двигай. Двигай.